Алтайский край будет сотрудничать с Республикой Татарстан. Соглашение о взаимодействии стороны подпишут сегодня в рамках Международного экономического форума. Он проходит в Санкт-Петербурге. Делегацию нашего региона возглавляет губернатор Александр Карлин. Соглашение предполагает совместную работу по развитию экономики регионов, созданию научных проектов и культуры. Кроме того, на форуме влиятельные политики и бизнесмены обсудят перспективы развития регионов, вопросы привлечения инвестиций, а также ситуацию в важном для края агропромышленном комплексе. Пленарное заседание состоится в пятницу. Свое видение экономической ситуации представит президент России Владимир Путин.